наших вот тульских девочек приехала, да? Ой, красота-то. Красота, приехал, доехал, измаял, бедолага. Бедолага, да? Ну, молодцы, молодцы. Хорошо выдержал дорожку. Дальнюю. 840 километров. Но она хорошо себя вела-то. Да, хорошая. Но она, конечно, боится. Пошлите, да. А может, и пописать надо? Ну и что, пойдемте. Так, Сонечка в новый дом заходит. А там собачки есть, да? Ну пусть они. Нет. Так. Ой, хороший. А тут какой щеночек с моей гаражной собаки у вас. Мне Наташа сказала. Из гаража собака? И вот щеночек какой-то здесь вот. Так, все. Ой. Сейчас я ее заберу сразу. Помню. Красота. Ой, красота. Она грязная, поэтому... Ах, куда убежали? Иди сюда. Ага, страшно. Ой. Иди сюда. Сынчик, иди ко мне, иди. Так. Пойдем купаться. Сереж, проходите. Да, 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 я сейчас вместе. А, добрый час, добрый час. Да. Да, все будет хорошо. Тихо. Сейчас. Ну что ты, что? Что? Иди. Иди, вот она. Вот, молодец. От меня собака не пахнет. От меня собака не пахнет. Это Кира. Это Таша Ефремовская. Кира, да. Да, да, я вот она говорит, сними ее. Да. Кира, Кира. Кирочка. Бегай, бегай. Ай ты боже. Иди сюда, ай, иди ты боже. Радушка, радушка, радушка. Это Рада. Ну, она была Кира, а теперь она Рада. Ага, ну молодцы, это хорошо. Это наша хулиганка любимая. Хорошо, да. Хорошо. Моя родная хулиганка. Ну, слава богу, да. Да, пожалуйста. Так, все, все. Спокойно, успокоились, ведем себя прилично. Молодцы, все. Молодцы. Так, присаживайся. Не-не-не, а что, все мне? Так, все, пожалуйста. Я хотела показать. Вот, значит, Кира Рада. Вот она у нас уже гуляла весной вот в этом районе зоне. Красота какая. Красота, да. Зимой мы гуляли, она приехала ко мне в январе, вот в этом кабинете. Ага. С капюшоном, тепло и хорошо. Да, барышни у нас все спина. Ну это вот хорошо. Комбинезон. Вот комбинезон. Все упакованы. Вот комбинезон. Вот комбинезон. И вот комбинезон. Самой одежды меньше. Да. Поэтому не волнуйтесь, все любят собак. Собаки надежные. Все хорошо. Всем спасибо. Все, слава богу. Да. Всем спасибо. Иди сюда. Иди ко мне, скорее. Иди. Вот такая девочка. Вот такая девочка. Вот такая девочка. Хорошая. Вот такая... Хорошая. Да, да. Вот такая. Молодец, молодец. Вот. Чудесная девочка. Очень хорошая, очень красивая, послушная. Умница большая. Всем огромное спасибо. Всем, всем, всем. Всем здоровья. Всем здоровья. Всем за то, что... И людям, и собакам. Всем, во-первых, животным. Господи. Да, да. Всем большое конечно. Спасибо за этих собак. Ну все, а я домой поехал. Все. Вот. Красивые вот какие. Девочки красивые. Девочки. Там вот у нас есть хулиганистая принцесса серьезная. Иди ко мне, скорее на ручку. Иди ко мне. Ждет, ждет, учите своей Ване. Сейчас накупает, будешь красивой такая, намытая, да. Вот наша китайская принцесса. Да, ее зовут Мэйлин. Ой, какая деловая-то. Китайоза? Да, да, да. Да, китайоза, пограничник она у нас хулиганка. Да, это понятно. Да, вот они такие, вот они подружатся. Смотрите, конечно, подружатся. Девочка к нам приехала. Конечно, вот такие девочки у нас. Ой, я вас всех люблю. За эмоции, конечно, прошу прощения. Да, это наоборот хорошо. У кого-то их нету, это плохо, да, понимаете? Я так волновалась, и я так хотела это. Все, слава Богу. И я так ждала. С Божьей помощью, пока да. Она выздоровеет. Всем огромное спасибо. Просто вот. Нет. Так, все, иди сюда. Так что пусть никто не волнуется. Собаки в надежных руках. Сандра. Соня, она будет моя девятая собака. Все.
Сейчас у меня три собаки. Сейчас у меня три собаки. Они все любимые, они все хорошие. Все, тихо. Ну пусть полазит. Все, успокойтесь. Все. Ну ладно. Спасибо большое. Все. Всем, всем, всем огромное спасибо. За все огромное спасибо. И доктору, и всем, кто помогал, и всем, кто любит животных. Ну все. Да, спасибо. Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. С вами волонтер бездомных животных, приют «Твори добро» Наталья. Сегодня у нас позитивный ролик о детках, которые благодаря вам, именно вам, нашим добрым феям, нашим добрым волшебникам, обрели свои семьи. Именно благодаря вам, мои волшебники, мне так хочется прямо вас называть волшебниками, ну, потому что все вместе мы творим волшебство. Мы действительно творим волшебство, мы спасаем тяжелейших собак. Но опять это все не без вашего участия. Только благодаря вам эти хвостики особенные нашли своих мам, пап. И благодаря вам они живут. Еще, конечно, в очередной раз хочу поблагодарить нашего замечательного, самого, наверное, крутого волшебника, доктора Айболита нашего, Николая Николаевича. Если бы, конечно, не он, если бы не повстречался он на нашем жизненном пути, такой человечище, который действительно день и ночь спасает всех и вся. И спасибо, спасибо, спасибо прям огромное, что мы нашли такого своего замечательного доктора. Спасибо огромное еще раз хочу сказать вам всем за то, что вы с нами, за то, что вы помогаете, за то, что вы сопереживаете, участвуете в жизни нашего приюта. Спасибо вам за всех хвостиков, ото всех хвостиков, которых мы спасли. Я думаю, что еще не одну жизнь мы с вами, мои дорогие, любимые волшебники, спасем. Это вот честно, это эмоционально это не передать, как это все происходит. Конечно, я первой соприкасаюсь, когда они тяжелые. И когда ты смотришь в их глаза, ты понимаешь, что, блин, ну только мы. Вся надежда. Ты читаешь в их глазах все. Правильно говорят, глаза – зеркало души. Глаза никогда не обманут. И у них есть душа. Кто бы ни говорил, но у них есть душа, потому что она настолько видна. Это боль, это этот страх. И когда все вот так вот хорошо у нас получается, это просто мы с вами одна команда. Мы большая такая. Пусть у нас, казалось бы, 6 тысяч подписчиков, но я еще раз повторюсь, что я знаю каждого, кто нам помогает. Я благодарю новых подписчиков, кто заходит к нам на канал, за теплые ваши комментарии. Присоединяйтесь к нашей семье, творите с нами чудеса, волшебство. И мы такая одна большая команда, которая спасем еще не одну жизнь. Просто благодаря таким людям, как мы на этой земле, да, мир чуточку становится чище и добрее. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья.